Очень уж часто в последнее время политические и общественные деятели стали путать отечество и ваше превосходительство. Вот и два наших зеленых человечка в Башкирии, Азамат Галин и Рустем Ахмадинуров, приложили все усилия для того, чтобы не допустить концерта группы «Би-2» в Уфе, только за то, что эта группа отказалась выступать под синие зюгообразные буквы в городе Омске. И у них получилось. Группа «Би-2» не станет выступать в Уфе. Однако этим двум пигмеям не удалось ничего сделать с группой «ДДТ». И вчера Юрий Юлианович Шевчук выступил в Уфе. Выступил так, что отзвуки этого выступления уже слышны во всем мире. Мировые СМИ и все российские здравые источники информации пишут о том, что он рассказал нам со сцены. Рассказал своим землякам Юрий Ильянович со сцены о том, как нужно на самом деле любить Родину. Рассказал он и Азамату Галину, и Рустему Ахмадинурову, как надо на самом деле любить Родину. Дословно Юрий Шевчук сказал, что Родину любить – это не жопу президенту целовать. Родина – это бабушка на вокзале, это что-то другое совсем. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Родина у каждого своя, я имею в виду ее образ, восприятие этой Родины. И это точно не жопа президента. И Рустем, Азамат, ваши надежды оральным образом заслужить там какую-то, не знаю, признание своего начальства или еще что там, чего вы там добиваетесь своими языками, я не знаю. На самом деле вы добьетесь ровно противоположного. И вот Юрий Юлианович вам четко объяснил. Шевчук очень большой, великий авторитет здесь у нас в Башкирии, да и во всей России. И вот такие его слова, конечно, дорогого стоят. Ну, остается нам гордиться нашим великим Шевчуком. Можно любить, не любить его песни, но то, что он нравственно очень велик, и он, конечно, вот показал ту разницу между нашими вот этими политиками и как бы общественными деятелями в лице там Галина и Ахмадинурова, и разницу между тем, каким на самом деле должен быть гражданин России. Так что, надеюсь, слова эти окажутся не напрасными, надеюсь, многие поймут, что действительно жопа президента и Родина – это разные вещи. И я очень надеюсь, что те ватники, которые присутствовали на этом концерте, очень неуютно себя чувствовали и теперь немножко задумываются над тем, что же на самом деле Родина и как ее нужно любить.